Связался Зак. Поехали. Михаил еще секундочку, цеха. Секундочку. Пару месяцев назад всех захватили сыны, но Зак сбежал. Задорого? Что, в миры, да? Я куплю. Готов. Это кто? Готов. У нас хиле, стоп. Перехвачена радиопередача. Зашибись, ни одного хила нет. Да ладно, Славик. Нет. Но если хоть мышь. Вон хил заработал. А, уже заработал. Пойду-ка я к большой пушке. Да, никто побежал. А, ну зашибись, теперь мне вручную переодеваться. Я быстро спекнулся в хила, не увидел. Живем, значит, не дохнем. У вас сейчас два хила, вы понимаете? Сейчас я переоден. Ну понятно, был цветочный. Шутка. Минутка. Выявлено серьезное ранение. Че оживите под грустной перекид? Справа вышли. Целый гринец. Не вернулся. Ай, толстый лево. Тебя ничего не смущает. О-о-о-о-о-о. Тихо, тихо, тихо. Что-то как эти, блядь. Агент выбыл из строя. А... Чё, какой хуй? Что это было? Это один там был. Это был толст. А у меня вообще тут никого для меня не было. Блять. Не убежал я тут. Да же. Меня запинили. Сука, что в PvP это говно? Смотри, да, я и хотел сказать. Сломаю. Камеру сломают опять. Тебя пенят везде, где только можно, смотри. Ну хотя бы камеру не ломать, то хорошо. В смысле камеру ломать? Ну в PvP, если ты умрешь в пене, у тебя 80% шансов, что тебе сломают камеру. Какие 80, все 100. Ну или 100, да. Куда они? Ну ладно. Блять, не могу тебя попасть. И прикол в том, что этому багу уже миллион лет. А, его не фиксит, да? Нет. Мишки Ubisoft. Динозавры жили на этой планете, баг уже существовал. Когда динозавров пенили, им тоже камеру ломало. Пиздец, вот поэтому они не смогли сбежать от взрыва. Поэтому они, блядь, не смогли скрыться. Собрались, нажимаем. Сейчас. Дайте патрон забрать. Надо патроны взять. Ой. Давайте в одной кучке действительно попробуем с этих с обжор. Да ладно, ничего себе! Обалдеть! Тихо. Не сглазь. Чё ты ж просил? Всё, поехали? Да. Рано взорвали. Босса. Ай, больно. Я умер. Залить. Да нет. Это пидорас, да не босс. Блять, за Пашей лучше не стоять, пиздец, бесконечный манс. Ну, привычка у него такая. А ебучку можно? Держи броню. Состояние критическое. А? Агент при смерти. А, ну. Чуть-чуть не успели вылить. Хилку. Сбил. Нужна. Взрывайся. Щит, блядь. Да ебка, признаков жизни у агента нет. Щит. Да долейте вы его уже, все. Ну, а теперь живите. Я могу. Сзади снайпер. Парню лю откать.
А почему по мне люди ходят? Можно вопрос? Я вам что, коврик, блядь, что ли, охуели? Потому что ты мебель. Это я смотрю, ты тоже. Так я не жалуюсь. А я жалуюсь. Пол скользкий, видишь, прилег отдохнуть. Нормально. Да, хороший лут. Пиздец. От бога прям. Первого ставил. Где, справа или слева? Справа. Забираем ключи. Какие ключи, блин? Забираем, забираем. Дерните рубильник, я заберу свечку. Не знаю, как вам, а мне вот что-то с обжора палец устал. Чё себе ты ленивый? С пулемёта намного проще. Обжора это тот же М1А. Так, а чё, никто не собирал? Чё? Там есть кто-нибудь? Да, я здесь бегаю. Давай. Несу. Его сначала попробую ещё найти. А чё, кому-то ключи нужны, что ли? Да. Футболисту нашему ключи нужны. Ебут собаки. Давай, скажи, какие-то нахуй. Готовы? Оле, 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 оле. Женя, вперед. Кидайте гранату. Женя явно недоволен. Да ты что, доволен? Как будто, блин. Открыли? Не знаю. Может, еще и висюльку нужно? Высота. Открывай, не открывай. Это где надо вентили перекрывать? Да. А сколько их тут всего? Три штуки? Четыре, по-моему. Четыре. У меня только две. Какая еще? В начале и паровоз в конце. В начале котел вот здесь. Первый. Есть. Нет, в начале потом... здесь не котел, в начале пробитие. Да, пробитие, там пуля. Потом... Есть пробитие. Потом расплав, потом высота и потом железный конь. Расплавы нет. Расплав это где ключ забирать? Там. Да, только это кот по привычке не спрыгни, пожалуйста, вниз. Так, спрыгну сюда. Куда вниз спрыгнуть? Тебе ничего делать не надо. Перед третьим боссом. Как заебись, блядь. Первый готов. Это пока. Два готов. Я понял. Куда ты сныкался, падла? Кошки, тащи, живи. Дохнешь. Да нормально, я в танке шел. Шел какие. Сейчас вот ну так сделаем. Нажимаем. Ты готов. Раз, два, три. Нажали. Нажали. А кто в танки-то пойдет? Я что-то это, я просто перед этим местом оделся, чтобы броню разбить. Вот. Я обойду. Да, вижу. Ты знаешь, а Паша? Паша мне нужен на С. Там есть что-нибудь против него? А зачем я тебе нужен на С? Раздамаживать. Цешить. Опять цешить. Цешить. Цехать. Сейчас я всех поставлю и пойду оттуда. Да уж все места свои знают. Не-не-не. Все. А, ну Женя, поставь на Б его. Пусть стоит. Женька, Женька на Б. Да. Там настоящие петли. Вы его детка? Да. Покажи ему щитки. Да. Так, щиток раз. Щиток раз, второй щиток на втором этаже. Скажешь, кирюха разобьет экран, который от того щитка... Вот этот экран от щитка на первом этаже. А вот этот вот, вот этот на первом этаже? Вот этот на первом. Ух ты. Вот тот экран. Это вот этот щиток.
Вот этот экран, он на втором этаже. Будет совпадать картинка, скажешь, Кирюхе, он... Кто там, Кирюха будет стоять? Да, я здесь не знаю. Ребята, кому-нибудь нужен медоед неплохой? Да. Иди нахуй. Ну, у меня ни одного медоеда, хуя все ты паскуда. Ты не играешь так, как это... Да и пошёл ты нахуй. Вот и поговорили. Вот и забрано. Ну я не играю один, блять. Да у меня нет медоеда, мне похуй, играю один, блять. Я против тебя попадусь, тебе пиздец, блять. Вот ты паскуда какая, ты смотри, чё, а. Я тебя нахуй мне нужен. На, где ты там есть? Всё уже, я не успел. Где паскудник? Да забирай, блять, не надо. Иди. Не, я уже не возьму. Иди сюда, иди. Я не возьму уже. Иди кушай, иди. Я не возьму, блять. На. Я не возьму. На, не выёбывайся. Ну окей, пусть валяется. Не выёбывайся. Окей, пусть валяется. Не выёбывайся. Ну ладно, я заберу, что вы мучаетесь. Забирай. Где он там валяется? Сейчас его тоже. Вот там. Расстреляй, взорви нахуй. Паша, ну ты, конечно... Анатолий, что за послания у вас такие? Да я чуть не оглох, когда они начали. Я тоже. Пиздец какой-то, все спят. Все притихли. Пиксели, не забирай. Молчат, все колоночки потише. И тут да не крик. Мне. А ты что, разве не в наушниках? Так, все, парни. Собрались. Забирай. С такими рейдерами, блять, Валкарди начнешь пить, блять. Кракены готовы. Браво, ёбаный. Хватит жрать, блять. Хочу я жру. Давай. Лейтенант Грей подвел меня. М пробел, так решетка, пробел 2. Пустой стакан на крюке. Я разобью сейчас. Подавайте мне жареного петуха. Смотри, не поджарься. Жареного петуха. Код. Погоди. Два пробела, R решетка. Пробел 0. Два пустых стакана на двух крюках. Обнаружен противник. Два пустых стакана на двух крюках. Разбил. Влад. Да. С-граник. А защита не работает. Код. С-граник. Я понял. На, тоже есть. Какая защита? Не загорается решетка. Ты о чем? Защитная система. Защитная система, да. Ну да, она не работает. Не работает. Против на граник она не работает. Против них. Хуя толстая, хуя. На лобовуху мне бежал. На, есть. Два пробела, F решетка, пробел 0. Открывай А. Два пробел F решетка, пробел 0. Да. Женя, отходим. Все убить его пока. Два пустых стакана на ленте. Ты че не отсох? А ну ладно, давай отдохну. Все, хватит. Господи. Блять, че за хуйня? Да че он так в лоб прям ломится, пидор? Сейчас я погоди. Режим носорога. Да это вообще жопа какая-то. Ему добавили. У нас Женя вылетел. Да блять, вы что прикалываетесь? Нет, на полном серьезе вылетел. Да все. Я на Б иду, Руслан, справишься? Ну попробуй. Пробел F решетка, пробел 0. Пробел. Говорят, ответ на втором. Полный стакан на ленте. Я сверху попробую стрелять. Полный стакан на ленте. Да, сейчас есть. Просто будьте готовы. Я к тебе тут вернулся. Рюха, свет. Я вижу. Это тигель так не разобьет. Толстого добегу. Взорвал. Сыгран, гранатомет. Открываются. Ход на Т. Агент при смерти. Я бы, наверное, отдохнул. Отдыхай. Ты нахуй ем прибежал? Меня, мол, в группу прибежал. Да, я нахуй меня пробежал, я понял, я нахуй сражался.
Я думал, Паш, выйди в тамбур, подними, пожалуйста. Я вышел. Давай, не, на Б можешь меня пускать, я уже все. Заходи. Блять, он ушел, сейчас. Да, открывай, Вова, открывай. М, пробел, решетка, пробел 2. Приближается группа врагов. Беги на А. А я тебя же посадишь. 2 пустых стакана на 2 крюках. Разбил. Чё, блядь, всё, не раз... Б не нужно, Донни, ты там сам, потому что киллер вылетел. Я на А? Открывай. Ты на А, да, но у тебя с Б прибегал человек постоянно. А? Сейчас уже не прибежит. Ясно, принял. Открываю. Граник на А затащите потом. Там ульта, он... открой. Есть уже, есть. Грешник, если чё, крикнешь. Паш, потом на С. Я уже тут. Я тут носорог лежит. Мультанет открою. Открываю. Как ты заебал на жирность? Всё. Давай, открывай, мне тут разносить надо. Сейчас. Открываю. Паш, С. Я готов. Жека, заходишь? Да. Сдавайся. Обнаружен противник. Далеко не уходи, Паш. Кот. Иди на С, отсохни. Пацаны, там чё, светлый? Я ж только зашёл. Иди на С, отсохни, тебе сейчас пушку заливать потом. Агент вновь подключился. Так. Тепло, спасибо. Давай, кот на Б, воду. Я на С стою. На С открываю, С воду. А 15. С граната мед. Поздно. А 25. Еще. А 15. Еще. С 25. На, больше нет. 25 еще давать? Давай. С 25. Спорься. Оп. Даю воду. Даю код. Жги. Бля. Стена Б. Нет, я не приду. Нет, я не приду. Бегу. Кто может на Б прийти? Я Донни пойду подниму. Что, нам-то иди? Я на Б. Давно мобы выходили? Да они все да, здесь. У меня. Последний. Кирюха убегай. Кирюха убегай. Он ульти. Б открываю. Код Б открываю. А ты чё не поднимаешься, Глад? Заходите в тамбур. Не поднимусь. В тамбур. Все, здесь. Все здесь. Лейте жирно. Я тут тогда мобов попарлю. Кот-то авангард дай. Приведи его сюда. Капитан. Да, там, пиздец. Ух ты. Я не в танке, я внутри остался. Нет, защитная система работает только когда дамажит. Лейте, он на меня жарит. Бьём. Обнаружен противник. Ой, сейчас больно будет. Ой, мне сейчас больно будет. Скажешь, когда нам будет. Потёк, терпи. Парни, быстрее. Бьём. 15 секунд. Угу. Проживу, 15 секунд живу. Пошёл, всё. Всё, красавец. Открывай нам, пойдем зачищать. Открыл. Я уже почти всех убил. Это, блядь, что ж такое косой, я, сука. Кильтик. Че не встал-то, Влад? Че запрет? Так потому что два раза. На Б же, с Б же приходит в спину. У меня ули тут лежало до тебя. Че, мне тут два раза пришло ему. По четверо. Вот сколько сейчас, парни, это вот сейчас это Зак, было резкая смена позиций. Справились, прошли всемиром. Эй, агенты, я могу помочь. Зак. Проход к печи закрыт очень хитрым замком. Я могу его вскрыть. Это слишком опасно. Не ходи. Прыгай на нас, или? Ладно. Слушайте, а может у него такая тактика была, специально вылететь, чтобы не проходить?
Да не, бля, я вылез. Знаешь, как у меня вся жопа сгорела, еба. Свет моргнул и комп улетел. Нормально, у тебя свет прыгает. Ну у нас дождь, берем там хуяся. Бесперебойник нет, что ли? Так. Есть, он запищал, и комп улетел в ребут. Хороший бесперебойник. Вот да, это прям мощный такой. Грешник и киллер налево. Киллер, грешник? Киллер и грешник слева. Грешник покажешь? А гранатомет-то принесли еще один, нет? А где он? На С. Сейчас принесу. На С. Сейчас принесу. Кирюх. Эу. Право. Эу. Кошки, да аккуратно, не маши им, а. Засунь как-нибудь поглубже. Не могу. Дай дураку игрушку, а. Да. Игрушку разобьет, а руки порежет. В лучшем случае. Все, Пашка, пока неси с собой, потом заберу. Готовы? Да. Поехали, чистите мобов, я разобью. Да чтоб тебя в душу мать-то, а? Копать. Бегать. Слева, Жек. Слева, слева, слева. Угу, работаем. Угу. Я понял, понял, понял. Ух ты, блядь, вплотную её. Блядь, я упал. Блядь, вставай, убивай. Я убил его. Забери ключ и открой дверь. Беру. Ворота открой. Дальше бежим. Открыл. Будь здоров. Ключи вон, забирайте. Весюль, Кирилл, иди сюда. Весюлька справа. Если у тебя нет этой весюльки, то должна быть здесь, вот в этом горшке, в ведре, в этом. Хорошо. Ну, на парэш, одним словом. Все, забрали? Забрал, ага. Я парэш перевернул. Вытирай теперь. У кого еще гранатомет? Меня. Кот, как обычно, ты право, я лево. Кирюх, ты со мной. Налево. Угу. Вентиле. Дуани, ты с котом направо. Я подавление. Дуани, услышал? Да, принял. Подавление еще один кто-то. Станьте к грешнику. Давай я встану. Чистите мобов отстрельные. Жек, над головами лучше не зимние. Опа. Над головами. Проблемка. Не чего? Сейчас пробью. Сейчас я заберу здесь. Все, бью. Один встал. Хуя. Шоу. Меняй, Кирюху, шоу. Один встает, тут же залп. Давайте, раз, два, три. Крутим. Я откопала парочку досье на Морозова, но по ним сильно прошлась цензура. Да. Не знаю, кто она и кем была раньше, но она явно замешана в каких-то высших политических дрязгах. А вот он до прихол, потом прибегал. Они прямо сразу без прицела херачат. Он ваншот, ебалый. И что самое интересное, я заметил, ты не на колено упал. Я сразу упал. Это просто ваншот. Полный ваншот. В ноль. Да, здесь ключ тоже берем, да? Да. Полный ваншот. Пиксель, грешник. Угу, занимаюсь. Готовы? Грешник готов. Пиксель. Готов. Бейте. Разбил. Все, три лампочки горят. Забирай кил. Зеленый лампочка горит, это хорошо. Вечно пощёт. Зак, у тебя там все хорошо? Зак? А, вот тут тоже. Надо было с ним помягче. Брелок, да? Да-да-да, здесь брелок есть.
Наоборот, не туда крутить. Надо его закрыть. И второй тоже закрыть. Бля, нахрена всей толпой-то бегать, алё? Морозу боятся украдёт. Ты мультик видел, Жень? Да, да, пошли. Много. Вот здесь вот, бля, не знаю, чего. Конечно, танк. Слушайте, а вы здесь крутили висюльку-то получить? Да. Боже мой. Чё, за кем? За кем бегать? Ну давайте говорить. Кирилл, побегаешь в хиле, по-моему? Тут у каждого своя роль. Тут нельзя просто за кем-то бегать. Можно. Кстати, по факту мы сюда зашли с ценой жизни Зака. Ну да. Да и хрен с ним. Согласен. Что делать? Что? Пар. Готов. Подожди, Женька, ты на третьем боссе был? С вами нет. А в общем. Тихо, ну хватит. Ни разу вообще. Привет, как успехи? Привет, дети. Ну как успехи, вот. Смотри. Не, тебе наверх не надо залазить. Пиксель, у тебя второй этаж и. Ну, как обычно. Алфавит. Да короче, я не тут буду сидеть, а стрелять в одну. Нет, нет. Нет, слезь со второго этажа. Сгоришь. Слезь со второго этажа дальше. На второй этаж только тогда, когда я дам команду ДДшники наверх. Все остальное время вы бегаете по низу, чистите мобов, заливаете босса. И живете. Самое главное снайперов смотреть. Понял, принял. Оденьте кто-то дрона на светляка. Поможет. Джип. А нет, я в этом в пулеметчике. Кто в снайпере? Оденьте дрона светляка. Сейчас надену. Я просто не смогу. 27 минут пока. Кстати, Ваман. Я понял, почему щит дохнет. Только с работы, да ты че, серьезно? Она съедает его. Охренеть вообще. Бон аппетит, как говорится. Коррозия, которую дает. В клозе стоишь, да, она просто уничтожает. Главное, самое что интересное, я вас химкой не могу усилить. Если я вам ули кину туда вниз, он вас выхерит. Но тогда мы просто наверху все ляжем. Нужно его разделять. Кого? Ну, Вован танкует. Я сзади стою, жду, пока он Вован грызет. По очереди, да. Да, по очереди. Только так. Им шарика туда кинуть. Пожалуй, что охуеешь, что шарик сдохнет, там, блядь, он начнет свои шарики. Грешник. А вот по поводу меняться, объясню тебе одну фигню. Пока он не убьет через одного лаву танка. Прыгать. Нет, пока он не убьет одного танка, он на второго не заагрит. Тебе лава ни копейки не отнимет. Он не через нее не побежит. Это ты не понял. Он не побежит, да, он на тебя не переагрится. Ой, господи. С ним хорошо. Видишь, стучит, проседает. Перепрыгивает. Как картинка, дети. А, ну это бесплатно. Нормально же? Всё. Не троит. Он не переагрится на тебя, пока жив я. Мы в этом в облаке. Хорошо. Все правильно. Но зачем? Зачем мы стоим до последнего? Ну так русские не сдаются. Ну это понятно, что русские не сдаются. Не шагу назад, ёпта. Можно просто его мучить. Не шагу назад. Ну хорошо бы было, базара нет. Правильно сказал, русский не сдается, и все. Сейчас ждем. Можно хоть как вариант попробовать, в принципе, улей шарик поставить без химки. Ты сдохнуть хочешь? Кто? Я? Это не можешь не радовать. Я-то не сдохну, я всегда на стуле бегаю. Пришлось от Wi-Fi отказываться. У нас течет ХП и течет щит. Проводами перетягивал, короче. ХП течет, потому что он ядом плюется. Как раз вот этим краской, блядь.
Он вам броню ничего не сделал. Я таранзую. А, этим, который бегает за ним, хуйня твой. Да, да, я таранзую. Запуск он бьет сразу по хп. Да, сразу по хп бьет. Чуп. В этом роде. Что, все готовы? Не, да. Не знаю, что Женьке сказать. Нет. Женька, тут очень сложно домой. Вчера тянул. Очень много мобов, особенно под конец. Еще и босса заливать. Короче, работать придется в попе. Босса заливать на тайминг. О чем, это я знаю. О чем мне делать час? Ты мне скажи. Час? Бегать со всеми и чистить мобов. Ну окей, все, погнали. Увидел моба, убей. Да я понял. Жить хочешь, от хила не убегай. Прожал. Кошка, тебе удобно на элеке? Да. А, или ты думаешь, что сейчас следующая электрика будет? Да. Ладно, стой. Будет огонь, я тебе не скажу. Что? Не, если огонь будет, я ему не скажу просто. Огонь, да? Пока не знаю. Огонь. Мудилки горох. Жми давай. Жми давай. Тут какой-то мудила сидит. Гороховый. Залейте босс. Босс. Приоритет босс, потом мобы. Босс это вот эта вот огромная хуйня с трубом. Бочонком. Ой-ой-ой-ой, ну все. Ну и что, что немного весу набрал? Ну и что тебе, а? Пар. Бегу. Мне запрещено. Что-то мне во сне эти вентили будут снять. Фиолетовый снайпер. Один два. Еще второй где золотой был, блядь. Не, золотой сдох. Два из трех. Готовьтесь. Сейчас будет третий. Прожимаю. Босс вышел. Выигни, дура. Кошка по щам получил. Паша успел. Да. Напрыгать. Снайпер. Электрика. Щитки. Залезь на второй этаж, Паш, посмотри. Я уже. Вижу один, нажимаю. Один есть уже. Два есть. Два есть. Ищи третий. Ох ты, не слышал. Треть. Прожимаю, босс. Снайпер. Так, все ушло. Сейчас будет огонь. Ай-яй-яй-яй-яй. Сейчас вот будет огонь, потом шестеренки. Ну, я не встал. А если пар дают? Подниму Руслана. Если пар, огонь. Жмите. Огонь? Огонь, жмите огонь, прожмите огонь. Кошка, беги. Огонь. Паша, ты сейчас опиздюлишься? Ну и без разницы. Я бесстрашный Рэмбо. Да, блять, я застрял, сука. Что, Паш, теперь со мной на шестеренку придешь? Мой парень, я залагал. Выявлено серьезное ранение. Мама, он сгорел. Накинул шестеренки, парни. Грешник. Вот, готов. Электрический вагон. Кто-то убежал. Кто-то близко. Кто я, может, да. Я бегу, я не за кем стою. Вот на вход. Стоп. Давай. Кто на воротах там? Никого.
Не, на воротке я здесь, я просто наверху. Ти, сейчас я пробегу. Стоп! Лишь котку. Стоп! Все нормально. Остаюсь. Подожди, стоп. Электрический топор готово? Да, выход готов. Нет, еще тут не готов, тут готово. Джип-джип. Я смотрю. Нет! Нет, электрический топор, давай, я стою. Агент при смерти. Трюха, я посмотрю. Мобы, мобы, ищите мобы, блядь, свободно. Шоу, руки, иди пап. Наверх, ищи мобов. Паша. А. Ага. Мы закончили. Нет, электричество пар. Крути. Господи, сейчас. Все, пиксель, прыгай вниз. Пиксель, прыгай вниз. Блять, кто-нибудь прикройте электричество пар. Я пытался. Крути, Вов. Стоп. Нет, не докрутил. Один щелчок. Все. Все, попал. Следующий. Ищите мобов. Стоп. Чистите. Попал. Я отбиваюсь. Все три разбить. Разбил. Разбил. На двери на выходе разбили. Электричество пар разбили. Толстый вышел. Электричество пар разбили. Босса, босса прогоняем. Не работает эта пена. Вот он сюда ждал, придет. Ага. Пиздец. Понимаю. Я понимаю, да. Поднимал, поднимал. Лава. Все, ушел. Лава, работаем. Лава. Разбивайте лаву. Пиксель готовься. Парни, сейчас откатули по этому. Одна есть. Здесь грешник здесь с этой стороны, где киллер, осталась одна. Последняя. Паш букву. Кошка с граником, помоги. А, молодец, кошка. Все, граники. Нужны граники. Я готов, Бо. Сейчас добегаю. Одна есть. А, минус. Чисти мобу. Мобы. Минус так. Один. Стоп. Добр, минус. Еще два. Стоп. Григорий плюс. Стоп. Лена плюс. Стоп. Маша минус. Стоп. Николай минус. Еще один. Стоп. Сейчас последний будет. Не убивайте его. Паша плюс убивает. Убивайте, стоп. Бейте босса, все наверх. ДДшники наверх. Да погоди, да мы сначала турельку разломаем. Последний, сверху я готов. Можно, сверху можно разломать. Убираю. Наверх, поднимайте. Все, падай, Володь. Наверх. Я уже внизу. Ходите наверх. А, не понял. Кто-то рано ебанул. Замечено, кто рано ебанул. Уходите наверх. Дайте ему слезть-то. Киллер уже сейчас подлечет. У меня патроны. На мне глаз. Беги, беги, беги. Хилку. Разворачиваю. На второй этаж, парни. На второй. С третьего на второй. Хилку, главное хилку сбейте. За снайпером смотрите кто-нибудь. Ну давай я посмотрю. Слейте босс. Вован, уходи, бросай щит, уходи сюда, через лаву. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тут будет больно. Будет очень-очень больно. Все нормально, зато хилка видно. Вон, живи. Живу. Залейте. Залейте. Чуть-чуть осталось. Все. Разбирай. Все убили? Да. Идите. Идите на установке. Встал на пар. Встал на электрику. Бегу на огонь. Три, два, один.
Ставил. Не успеваю, не успеваю, блять. Там нужно время. Есть, должен успеть. Успел. Я же сказала, хуй, блять. Так, так даже интересней. Морозова не должна уйти. Чего бы это ни стоило. Что это? Инициатива будущего. Кому-нибудь нужна длинная палка? Нет? Экима, а толстая палка нужна кому-нибудь? Кто? Ну там, я не... Да эта тварь ко мне и так придет. А чё, нормальная палка с идеальным рейнджером? Так. Греш со мной, остальные запиксели. Ну нет, чё, и нет. Подожди, подожди меня. Заберите говно, пожалуйста. Может пригодится. Ну сейчас как раз ворота разъебал. Сейчас переоденусь заодно. На дверь. Сейчас это я заберу. Всё, заберите граник. Кирюх, забери граник. Да, дядь, награды все тоже говно и... Погнали, погнали. Ты со мной, остальные все за пикселем. Дамаги, ради бога, ёбаный. Чё вы не убиваете ты? Дамаги, ради бога, потому что. К дальнему, к дальнему, к дальнему. Жмём. Ой, стой, 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 стой. Блять. Успел. Успел. Бежим. Наверх, 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 наверх. Прожмите вы. О. Так, за ключиком, Женька, вниз ко мне подведи. Угу. Обратно как заходил, так и выйди. Угу. Не в эту дырку не прыгай. Ой, блядь. Жек, не спеши. Вот сюда вот ключик. Киль взял. Да, сюда. Да. Самый легкий босс. Опали. Не скажи. Да, ну нахуй, мне кажется, настолько уже задрочено, блядь, что мне кажется, для нас, да. Для меня третий босс, блядь, вообще пиздец. Найди вас, сука. Ну это третий босс, это как собаки в первом рейде. Ну да, долгий, блядь, долгий, если не дай бог, там дохуя слишком операции делать, блядь. Так. Стоп, не откройте двери. Шоу гранатометы лево, как вчера. Помнишь? Киллер гранатометы право. Да, окей. Кирюха. Угу, все, вижу. Два хила, вижу. А мне что делать? А мне, как обычно, пиксель у нас. О. Подожди. Давай его в хила, нет. Если надо, я в танках сделаю. А, да, ты в танка, кот. Ты в танк. Пиксель, одевай хила. Так ты это самое, погоди, тут как бы этот щит, понимаешь, это. Угу. Это, Бова. Ау. Мне поэтому со снаряду стрелять, да? Ебануть. Я по снаряду, только по снаряду. Когда по минометам надо будет стрелять, я скажу. Угу. Только после. Они там сверху слазят, я их убиваю, падает граник, да? Да. А я тупо ключи ставлю, я так понимаю, да? Ты просто ключи вставляешь. Когда будет фаза железного коня, ты бегаешь за морозом, забиваешь ей уйту. А, ну это. Я вставляю ключи. Помнишь, как мы с Лауром проходили? Да, 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 да. Ну вот то же самое. Все, все готовы. Поехали. Поехали, поехали, поехали. О, вот это мое, да, вот здесь вот получается. Сейчас я покажу. Да я пример. Просто его надо только залить. Ебать, его расколбачил. О,
Стилет. Гранатометы вот отсюда. Откуда? Ага, я знаю, да, все понял. Балкон. Угу. Сколько у тебя проб? 75. Нажал. Нет, нет. Не на позицию. Я заберу, Кирюха, ставь, Я заберу граник. Ответный огонь! Если позицию киллер, вас выйдут. Киллер у тебя в руках. Граник есть? То слева. Нет у него граника еще. А где он? Он не вышел. Нет, здесь должен был быть граник. На карте валяться. Нет, кто граник? Валялся, так что я забрал. Или подожди. А, все, я понял. Шел просто слева забрал. Я бегу. Да все равно не успеешь. Раз. Забирай. Ай, не кусайся. Так, что ебашу, да, в снаряд? Да, чисто в снаряд. Угу. Всё, так его не вариант, да, потом? А, нет, да может. Мне бомбо меня из круга выйдет. Ну, у нас один из силка. А, есть кто-то? Я заберу. Когда помощь нужна, озвучивайте. Огонь по их позиции! Поддержите миномётами! Так, теперь гранатомёт... Толстый справа. Теперь в минометы. Гранатометы. Гранатометы. Блять, а у меня тут нет ничего. Вот те, которые. Вон, открыты. Те, которые открыты. Угу, правильно. Руками ломаем, нет? Ломаете. А если бы гонется? Ну не из-за этого погнался. Лево. Иди сюда, сука. Зазупал. Так, этот разбиваю тоже, да? Да. Шоу. Граник. Так, у меня пулемет здесь не менее. Так, блять, отлипнем, дура. Все, сейчас. Миномет. Шоу, оставайся, остальные все под мост. Принято. Остается только шоу, остальные под мост. Поднимаешь граник, бьешь и бежишь под мост. Всё, всё под мост, под мост. Доня, почему у меня постоянно твои моды в жопу стреляют? Ты куда встал, Андрей, ты танк? Ах, блин. Потому что я в них не стреляю. Гениально, блядь. Какой вопрос, такой ответ. Готовьте авиаудар. Кошка, сейчас чисто ульта. Готовы? Нет, говорю, твоя задача сейчас будет. А, я помню, да. Китайская дверца. Даже не представляешь, с кем
О, опять со спины бьет. Да что ж такое-то? Когда вы научитесь позицию правильно занимать? Выходи, собака, выходи. Женька сейчас все в снаряд. И граните в снаряд. А я здесь. Давай на меня смотри. Ты слышишь, чурка? Не, она у меня. С ней чурка ебучая. Я потанцую. Танцует он. Только ульту танцует. Я положу ее. Сейчас перезаряжусь. Кто у нас уже? Кошкин? Да главный. Не бейте вы ее так, Кошка, не бей ее так. Да ладно, нормально, че я с ним много сниму, что ли? Все, убежала, да нет. Да нет. Да, да, я жду ее давно уже. Она уже идет. А нет, не идет. Она бережно пошла. Че там, походу, штанишки поменял, и боты его сзади имеют, и Морозов к нему идет. В лосинах, наверное. Не работаете нормально, блядь. В красивых цветных лосинах. На центр её выводите. Я еще не приглядывался. На центр выводите эту балку. Мразь эту. И маску назад страшную я одел. Все под маску. Угадал, он в белых лосинах. Ну ладно. Побежали! Что, заливаем, нет? Да. Можно. Где китайская дверь? Вставай, рядышком. А сама на дверь, ман. Сейчас я тыкать дверь выстрелю. Китайская дверь. На плавень зашла. Да он читер, блядь. Жопа опять свою прикрывает за счет моей, я понял. Так оно, блядь, и работает. Начальника, выходи, обед кончился! Подготовка к выстрелу! Защита, сука, ой, да. Граник лежит слева. Это ее ульта. Что вы? Ой, все, спасибо. Опять в этот снаряд, да? Да-да-да, все в снаряд. Помочь ебнуть? Слева. Куда ебнуть? Че, граником? Да. Снаряд. Снаряд, по-моему. Начальник, а ты куда стреляешь? Ты на кнопку не жми. Да чтоб тебя, блять. Вылазь ты, сука, что ты уже. Ну, грешник. Ну-ка встань. Бей. Обнаружены автоматизированные турели. Еще два граника. Где граники-то? Снят уже стволе почти. Сейчас. А чё? Сбивайся! Твою дивизию, блядь. Чё, не сбилась, что ли? Да. А, хуй её знает почему. У неё целый этот... Она багает, сын. На центр. Ладно, ну тут как бы... Понял? Центр. Ну, у нас агент тут... выбыл из строя. Владик упал. Киллер, выбегай, выводи ее на центр. Беги на центр, на центр, на центр. Больно, блядь. Ульта. Ультует, ультует. Где? 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 Что она подмог, от меня опять подмог? Убежит? Да-да. Подмог, блядь. Блядь, сука. Сажаем, сажаем. Сразу отпрыгивай. Блядь, у нас граник летит. Тайская дверь, заходи. Ой, блядь! Ой, блядь, круг. Ой, блядь! Ушка, иди назад! Да иду я! Живем, живем, блядь, еще уже. Сейчас снаряд этот, да? Да-да-да. Какой снаряд сейчас железный? Толстый право. А, да. Тут прораб вылез, начинает опять ругаться. Толстый прораб.
понимаю, что мне за толстым идти? Нет, 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 нет. Я просто говорю, что срочно требуется медицинская помощь. Сейчас, я с грешником просто, да. Куда ты пошел? Вперед, ты. Вот сейчас заработало. Чё? Если чё, подхиль. А, давай, ты сейчас там. Ну, да, да. Пулемет. Хуян ебошит, блядь. Куда морозы? Все, Жень, дальше граники выбиваешь, они не используешь, пускай валяются. Угу, угу. Понял. Кто слева? Вышел, вышел, вы чего? Да, ну. Я замороз не видел, нихера. Сейчас. Устану. Ну, попадать пока тоже встанет. Сейчас мобы зальют. Я сейчас вот у него сработает. У него сработает откат. Откат будет 15 секунд у него на улице. Морозовый, извините, синюю полосу. Сейчас тут хиллер рядом с ним бегает, блядь. Золотой, я не могу после него снести. Как я слышу, подули, обнаружены автоматизированные турели. Ой, я понял. Проблемы. Все нормально. Что случилось? Что у вас? Все хорошо. Нормально. Все хорошо. А, танк сейчас погибнет. Да. Че, уже дала? А что ты, блин? Где? Озвучите. Справа. Работаем. Вы там не забывайте про это, про мост. Это последний раз я запускаю сейчас пулемет и бежим под мост. Не дамажь ты ее так сильно. Я и по ней один стреляю. Ты угомонись, блять, по тебе столько урона идет. Собака. Брюнет не заказывает. Бляндинка, блядь. Бляндинка. Выводи его. Граник. Так вон граник валяется, у чего? Зачем граник? Зачем граник? А, все, понял. Сажаем тогда. Все, она уж умерла уж она. Ульту ждем, нет? Да она уже умерла. Вы там это? Под российскую дверь заходите. Да я выжил. Да я хай не сомневаюсь, да. За половину так 2 миллион, а, 13 миллионного счета стоит так за половинкой. Я выжил, я там. Нет, 13,5. У меня я без горнила бери. А так вот 16,800. 16,800, да. Ну это с горнила, если да. Как там грешника пиздюливает. Начальник, а умирай! Чужого болит, да? Морозова убили! Отступать нельзя! Поезд пропал! Пиздец! То же самое был вчера, кстати. Тоже поезд пропал. Не, нормально. У меня все пропали, блядь. О! Все появились. Сейчас, подождите, появится. Но еще несколько дней их поезд накрыл снарядами весь Вашингтон. Истинные сыны могли бы восстать из пепла. Какой тебе мультик? Если бы не вы. Какой взрывает кофе? Да ладно. Не насмотрел. Как да. Пушка болтается, да? Оторви ебал называется. Я понял. Че ты параш падаешь? Кстати, нет, не всякое. Смотрите, маска Альпа. Топовая. Чуть у меня сейчас заводил. Кстати, реально, маска Альпа. Чуть у меня сундук заводил. Смотрите. Так зачем она такая нужна-то? Здрасте, приехали. А маска жар нужна? Мне нет. Есть только Жеке.
Жек, у тебя проект сейчас появится. Примет, давайте. Тебе ждать надо будет на проект. 4 из 5. Пиксель. Угу. Ой, пиксель. Киллер. Вот здесь он был. Да я знаю. Иди, открывай. Сейчас хуяк с обжора падает. Кстати, а у меня 5. Идите, откройте. Говнище какое-то нет, падает тут, блять. 5, 4 из 5. У меня 2 из 5. Нет, 4 из 5. Подожди. Идите, я у меня 5. Так он не, нет ни у кого, Жень. А, да? У грешника есть. Давай, дети. Как добрых ты, снов. Ты? Будем ждать. Да иди уже открывай. Да, еще один ключ. Сейчас стрим включу. Да кому он, блять, нужен стрим твой? Да не, ну брысь из контейнера. Киллер, брысь отсюда. Весь вот рейд за 58. Морган, я шаг знаю. Назад, точнее, вперед. А это? Из брысь, ствола. Брысь, из ствола весюльку забрали? Да, брысь да. Отсюда. Да иди уже открывай, ёб твою мать. Сколько я там вытащил-то, а? Я уже даже не помню. Смотрите, посмотрите, кому спецназ США нужен. Стрелок. Давай, давай, посмотрим. Смотрите, стрелок, в принципе, нормальный. Броня, нужно, кстати. Снизу. Броня. Это, обжор нету, но есть бронька. Давай, есть меня. Смотрите, есть бронька. Ух. Литейка. Один хуй все равно сдавать. Тебя все броньку нет? Сдали. Ребят, все броньку сдали. Да. Броньку, да, да, да. Киллер, бери. Тебе все равно сдавать. Киллер, где твой? Нету.